Разговор с Ксенией Собчак. Я никогда не был сторонником раздела Украины. Я с первых дней тех событий, даже когда еще не было такого, назовем так, явного противостояния на востоке Украины, выступал за единство страны. Никому не желаю, значит, побывать на моем месте, почувствовать все прелести галлюцинаций, все прелести уровня боли. Я общался с новым президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко, поздравил его с победой. А вы ему позвонили? Я позвонил и поздравил его, да, после выборов с его убедительной победой. И считаю, что я могу принести пользу в той конфигурации власти, которая сейчас, значит, уже проявляется в Украине. Сегодня в 20:00.